Здравствуйте, с вами снова я, Александр Северов. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о прокладках на наш мотоцикл, точнее на двигатель нашего мотоцикла. Вот для примера я взял прокладку из-под головки, то есть прокладка, соединяющая головку цилиндра и цилиндр. Вот. То есть вот для примера я вот так вот положу. Ее, конечно, будет не сильно видно, но вот так вот. Вот. Прокладки, что? Прокладку, вот допустим, вот эту вот, которую я вам только что показал, вы новую уже нигде не купите, вам ее нужно будет изготавливать под заказ. Вот, но возможно я знаю, как ее в принципе вырезать самому, я только не знаю, насколько это действительно правильно и насколько она будет работать, потому что вот с внешней стороны, я думаю, видели, прокладка такая черная. Это, как я понял, паранит, это слой паранита. Но так как я ее отдирал, потому что там все пристыло намертво просто, кое-где этот паранит оторвался, и оказалось, что у нее прокладка сделана как? Основа металлическая, а сверху и снизу к ней приделан паранит. Поэтому я что думал? Что в принципе прокладку изготовить можно как? Можно вырезать две паранитовые прокладки, одну металлическую, и сделать их просто бутербродиком. То есть сверху паранитовая, потом алюминиевая, или там из другого какого-то металла. И чуть ниже снова паранитовая. Вот, прокладка. Вот, и тогда она, в принципе, будет работать. Но лично я за правильное изготовление прокладок. То есть вы, в принципе, можете вырезать, но не знаю, как она будет работать. Дальше, допустим, прокладка между, чем получается, между цилиндром и картером. Ой, ее тоже не купишь, ее тоже нужно вырезать. Вот. И она, в принципе, такая же, как та, что я вам показал. Вот, прокладка под, что получается, под крышку генератора можно взять с бандита, либо от джиксера 250-го, который кросс, который новый. Прокладка, которая под крышку картины сцепления, можно взять от бандита, либо от нового и кросса. Прокладку под крышку масляного поддона можно взять либо от бандита, либо от нового джиксера 250-го и кросса. Прокладку под крышку, за которой, знаете, которую мы откручиваем, и когда выставляем эти самые метки на распредвалах, то есть выставляем ГРМ, то мы за нее крутим, чтобы прокручивать коленвал. Вот, короче, прокладка под эту крышку тоже можно взять от бандита. Прокладку под масляный фильтр тоже можно взять от бандита и от 250-го джиксера, который кросс. Вот, прокладка под клапанную крышку, вот тут вот уже можно купить новую, она есть в продаже, вам нужен будет каталожный номер, вот. Манифольды можно взять от бандита 250-го или, ой, нет, от бандита нельзя взять, от бандита, извиняюсь, нельзя взять, а от джиксера нового, который кросс 250, вот манифольды от него.